Ребята, всем привет! Приветствую на канале старых и новеньких. Сегодня у нас будет обзор по ссылочке маленькой, небольшой. Как видео называется, вы уже поняли, что это. Я сейчас буду ее открывать. Вот она пришла. Адрес все закрою вот так. Вот она такая. С России пришла посылочка. Сейчас мы ее быстро откроем. 5 сек. И что у нас здесь тут? Выбираем. Одноразовый промежуточный рацион питания. Вот как это выглядит. Ну что, открываем. Закрытый он хорошо. Я даже не знаю, что там, что за вкус, что за что. Я просто маленький такой. Ой-ой-ой-ой, малюсенький. Ребят, икра из баклажанов. Икра из баклажанов. Печеньки, две пачки, вот такие. Повидло такой пачечки. Потом у нас здесь это что такое? Сахар белый. Ну сахара тут дофига, конечно. Вот сахар. Чай майский и салфетка освежительная, наверное. Так, соль, перец, ну и главная еда — каша. Вот так она выглядит, кашка. Вот ложка, салфетка. Это что такое? А, это, короче, вот две таблеточки. Это средство для обеззараживания воды. А, типа, чтобы пить можно было воду. Так, и вот это вот что у нас. А, сухой этот. Как его? А, скажите. Ай-яй-яй-яй. Как он называется-то? Так, сейчас. Сухой газ, или как его, да, назвать? Короче. А я не спалюсь туда. Ладно, попробуем, что будет. Сейчас мы откроем его. Так, как это? Как им пользоваться? Так, наверное. Так. И так, наверное, да? Чтоб от пола было вот так, наверное. Правильно я делаю? Я не знаю. Берешь один такой, этот сухой. И здесь есть спичка. Ребят. А, вот. Получается, вот она как поджигается. Вот он, поджигатель. И вот спичка, так, и все. Ну-ка, сейчас мы попробуем. Сейчас спалю тут все. Уже не идет. Нифига себе. Меня убьют. Вот это нельзя показывать. Как ее зажигать? Скажи, объясните мне, пожалуйста, как? Короче, ребят, секунду. Короче, так, подожгу его. Так, все, горит. Главное не спалить ничего.
Так, ну что будем пробовать? Вот эта икра, наверное, это... Вот эту, ну, я хочу ее попробовать, вот эту кашку. Пахнет уже вкусно. Так, с чего эта кашка вообще? Рисовая кашка с говядиной. Ну, давай, поехали. Икра из баклажанов. Оба-на. Вот икра как выглядит. Икра пахнет вкусно. Сейчас я ее попробую так просто. Да. Вкусно есть можно. Вот это дело, наверное, надо мешать. Она твердая, ребят. Почему она такая твердая? Твердая. Сейчас попробуем ее. Почему хлеба нету нормального? Вот немецкая мне, сухпай немецкий мне самый больше пока понравился. Безвкусные печеньки. Но для этого есть вот эта икра. Опа. Ну это на один раз кушать, я думаю. Икра вкусная, ничего не скажешь. Как ее есть, она... Вот. Почему такая твердая? Пробуем. Очень твердая. Рис твердый. А снизу она мягкая. Снизу мягкая. О, как шкварчит. Вкусно. Неплохая. Только знаете, что не хватает? Сейчас пожарная приедет. Перчика чуть-чуть подсыпать. Вот так. О, с перчиком. И плюс вот соль есть. Чуть-чуть посолить это дело. Теперь пробуем. Нет, честно, есть можно. Вот я, кто смотрел, можете посмотреть, американская, да? Они там всякие там сырки, мырки, соусы. Мне не понравилось. А это реально можно подогреть быстро. Вот с помощью вот этого. Такой быстрый обзор получился почему-то. Потому что это как его, как мало. Я не думал, что будет так мало, если честно сказать. Но тут и стоит одноразовая. Ну это на один раз, короче, просто один ужин получается. Сколько я за нее платил, даже не знаю. В России она, наверное, не так стоит, сколько я за нее заплатил. Варенье могу попробовать. По-моему, я платил вместе с пересылкой 17 или 18 евро. Повидло это. Яблочное. Ну, неплохое. Я думаю, на природе вообще красота была бы.
Ну, на один раз поесть, я считаю, это достаточно. Чаек. Единственное, что я думал, что может сок какой-то будет, почему-то нету, в основном они всегда есть. Есть зато салфеточка после еды, чтобы. Вытерел руки и все. Не, вот это я, конечно, доем. Так, ребят. Такой короткий обзор получился. Вот, в принципе, все. Тут больше ничего нету. Есть. Есть. Так что, в следующий раз у меня еще один дома лежит. Суфпай. С какой стороны, не буду говорить сейчас. Но после этого ролика сразу сделаю другой. На другой суфпай. Ладно, ребятушки. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Короче, как бы так. Так что, всем до свидания. А я буду доедать. Пока-пока всем. Я что, не выключил? Блин. До свидания.